Мне кажется, имело бы смысл к числу лотов, которые мы имеем, добавить еще один специальный. Есть рукопись, которую написал Геннадий Шпаликов в пивной в январе 1960 года, в пивной на ВТНХ, рядом с Авгиком. Это был его первый игровой сценарий, он назывался «Причал», которому, собственно, мы и написали музыку. Это один из четырех сценариев в нашей большой истории. И этот сценарий был написан в такой амбарной книге, которую подарили Шпалику, наверное, на день рождения или просто. И он написал шутливо: в этой прекрасной книге будет написана вещь, за которую мне вручат Нобелевскую премию в Стокгольме, король Георг VII, этой осенью. Это было написано за год до того, как Шпаликов сел и начал писать, собственно, сценарий. Он, видимо, достал эту книгу, когда его приперло, ему нужно было вписать свой дипломный проект, а «Причал» был его дипломным проектом. И он в пивную начал, собственно, в этой амбарной книге писать сценарий. Но для вдохновения он нарисовал титульный лист, вклеил фотографию Светланы Светличной, которая, по его представлениям, лучше всего бы справилась с главной ролью, роли Кати. И, в общем, стал писать своим абсолютно несносным и неразборчивым почерком. Рукопись – это не просто так. Прикосновение руки, нажим, бумага. В рукописи много из того, что станет потом фильмом, что составит ткань фильма или что составит ткань музыки. Собственно, вот такой фрагмент рукописи Шпаликова, который называется «Причал». Вперед!